Новинка 23 года – Ninebot Kickscooter E2+. Отличный самокат в соотношении цена и качество. Давайте разбираться, почему. Основные характеристики самоката. Разгоняется до 25 км в час, проезжает до 25 км и имеет мощность 300 Вт. Чё по дизайну? Инженеры и дизайнеры Ninebot E2+ вдохновлялись стилем серфинга. Низкая и тонкая дека делает катание плавным и устойчивым, как на доске по волнам. E2+ – это легкий и быстрый самокат с хорошей мощностью и тягой. Самокат прекрасно подходит для ежедневных поездок. За счет веса в 14,4 кг будет комфортен не только для мужчин, но и для девушек и подростков. А чё по фишечкам? Отличительная фишка E2+ – это большая горизонтальная приборная панель с удобным углом наклона. Также на нем можно контролировать три скоростных режима. А еще в самокат встроена стильная настраиваемая диодная подсветка. Один из самых главных вопросов для электросамоката – какие же там колеса? Колеса E2+ литые, но полые внутри. Идеально для тех, кто не хочет париться, подкачивая шины и переживать о проколах. А как насчет мобильности у этого железного коня? Самокат имеет небольшие габариты, а также удобно складывается, что позволяет комфортно передвигаться на общественном транспорте, быстро забросить его в багажник машины и компактно хранить дома. Если ты на одной волне с этим самокатом, напиши нам.